Сегодня днем на улице Среднефонтанской столкнулись две иномарки. Причиной ДТП, по словам водителя Hyundai, стал неправильный курс навигатора, показавший разворот с улицы Пироговской, где на самом деле его не существует. Водитель Hyundai пытался развернуться, и в него влетел BMW. От удара автомобиль остановился через 100 метров от перекрестка. В одной из машин находилась женщина с ребенком. К счастью, пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Навигатор показал сделать разворот. Ну и мы совершили разворот.